Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наше доброе утро. У меня в студии гости. Пичкарев Александр, один из организаторов фестиваля «Искусство жить», и Левченко Ирина, участник этого фестиваля. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала, Александр, наверное, попрошу вас, расскажите нам, пожалуйста, мне и нашим телезрителям, что за фестиваль и вообще о чем он был. Это фестиваль социальной рекламы, называется он «Искусство жить». Данный фестиваль проходит как конкурс уже второй год по России, в Карачаево-Черкесии. Он будет только запущен осенью этого года. И конкурс проводится для создания открытой площадки, где молодежь сможет высказать свое мнение и предложить новые какие-то решения по решению социальных проблем. К участию приглашаются граждане Российской Федерации от 14 до 15 лет и, в принципе, могут принять участие по нескольким направлениям. Это видеоролик, это какие-то социально важные проблемы и интернет-контент. Угу. Вот, первый конкурс проводился в 2017 году, это был март месяц. И темы были следующие. Это профилактика экстремистской и террористической деятельности в сети, проблема пропаганды насилия над людьми и животными, и пропаганда и продажа наркотических средств, и пропаганда суицидального поведения в социальных сетях. Это в прошлом году? Да, это был прошлый год, такие немаловажные. Но в связи с тем, что работ было очень много, и работы были еще в немного других направлениях, объективно судить никто работы не мог. И в этом году добавили еще следующие темы, это я выбираю. В этой категории рассматривались конкурсные работы, которые затрагивают значимость выбора человека. То есть это спорт, какие-то сферы искусства, культуры. Следующее направление – это было истории простых людей. Это были видеоработы, которые рассказывают о жизни обычных рабочих людей, которые не привязаны ни к власти, ни к чему. Просто там сельский человек, либо тот же водитель. И медиасфера будущего. Это конкурсные работы, пропагандирующие безопасность в сети, в интернете и, в принципе, вообще о безопасности интернет-контента. Александр, я вот сейчас немножечко, может быть, неправильно понял. Вы говорите, будет в сентябре конкурс. А вот что вчера А вот что на прошлой неделе произошло? Это что? Что за... На прошлой неделе у нас проходила выставка конкретно победителей всероссийского этапа этого года. То есть, понятно. Да, Карачаево-Черкесия немного отстала от всей страны, скажем так. И наша была задача уже привлечь людей к этому конкурсу. То есть мы уже готовили, скажем так, людей к осени. Это своего рода промо-акция. Да, да, да. Вот у нас Ирина была участницей, покажет вам свои работы. И я думаю, она примет участие уже в осеннем туре и выйдет на всероссийский уровень. Надеемся, что станет победителем от Карачаево-Черкесии. Слушайте, прекрасно. На самом деле очень, очень хорошие цели у конкурса. И прекрасно, что... А вот еще у меня такой вопрос. Меня, знаете, почему 14-15 лет? Почему такая узкая возрастная категория? Нет, возрастная категория от 14 до 35. Да? То есть, как установлено законодательством у нас молодежь, это от 14 до 35 лет. То есть я тоже имею возможность поучаствовать. Конечно, да. Прекрасно. Ирина, ну расскажите вы, а что у вас за работы? Это прошлогодние работы, я так понимаю, да? Да, это прошлогодние работы. В общем, первое... Давайте покажем нашим телезрителям наглядно, пусть посмотрят. Вот это первая работа. На ней как бы... Тема этой работы – мы против детского насилия, насилия над детьми. Я как будущий педагог, я сейчас получаю педагогическое образование, для меня это важно как-то вот, я еще детей очень люблю, поэтому как бы я против такого, такого быть не должно, и я призываю общество к такому же. То есть этой работой вы хотели выразить свой протест против детского насилия. Слушайте, ну это правда очень такие благие цели. Ну а вторая работа о чем? Ну, вторая работа, все понятно, я думаю. Душа ребенка – это чистый лист бумаги. Рисунок его жизни зависит от вас. Да. Ну, то есть оба про то, что... Ну, обе работы про то, что родители должны как-то относиться по-особенному к своим детям. Да, то есть мы понимаем, что есть какие-то неблагополучные семьи, что... Ну, не у всех есть возможность расти в хороших семьях, но нужно стремиться к тому, чтобы ребенку было комфортно. И... Вот. Понятно.
Александр, ну а что будет с работами, которые станут победителями в своих номинациях? Как-то они, их ждет какая-то возможная реализация, может, где-то их повесят или что? Что с ними будет? Конечно, если брать региональный уровень, то мы работы победителей постараемся разместить на более таких оживленных местах нашего города. Это может быть на улице Первомайской, это по проспекту Ленина. А также работы будут выходить на всероссийский уровень, где финал проходит в городе Москве, ДК «Трехгорка», организаторы «Молодая гвардия». И там уже будет какое-то определенное вознаграждение, возможно. То есть я правильно понимаю, что победитель из Карачаево-Черкесии, победители из Карачаево-Черкесии поедут в Москву, собственно, соревноваться? Ну, в первую очередь, они должны будут пройти этап всероссийский, и если они пройдут финал всероссийского уровня, то они поедут, конечно, в Москву на защиту своих работ. Слушайте, это очень хорошо, это прям... кто эти дети, которые участвуют у вас? Кто это, молодежь, да? Кто подает заявки? Какие, может быть, были самые интересные заявки, самые интересные работы, которые приходили на участие в конкурсе? Молодежь абсолютно любая. Это от школьников, начиная, выпускники школ, это студенты вузов, СУЗов. И доходило до того, что вот здесь у меня в стопочке есть работы 27-летних ребят, скажем так. Это уже вполне состоявшиеся люди, которые работают и делали свои интересные работы. Могу сказать, что в 2018 году, то есть в этом году, определили 16 победителей, из них было 19 работ. То есть есть девушка, которая тоже, также, по-моему, 26 лет ей, из Москвы, она представила 3 работы свои. То есть и 3 работы вышли в финал и стали победителями. Даже так, девушка. Ну, девушка, наверное, хорошо рисует и имеет богатое воображение. Ну, скорее всего, да. В принципе, бывают работы, вроде смотришь, настолько простые, но имеют очень такой весомый социальный характер. То есть, допустим, нарисован там человек, профиль человека, и написано, что внимание, террорист может быть у тебя под носом. То есть довольно простое изображение, которое можно нарисовать на бумаге, отсканировать и добавить еще в фотошопе какие-то элементы. И получается такой вполне значимый социальный. То есть не столь важно, как ты рисуешь, как ты это изображаешь, сколь важен сам смысл, который сам ты... смысл, да, само содержание. Это самое важное. Но какие самые интересные работы вот лично вам, может быть, запомнились среди участников? Я вижу, да, вы принесли много работ. Сейчас мы вам покажем. Давайте покажем нашим телезрителям. Вот достаточно интересная работа «Найди угрозу». Вот вроде бы мишки, сердечки, книжки. Это вот тоже из нашей республики работа? Нет, из нашей республики работы еще не было. А, все понятно. Вот. В этом году мы будем как раз только начинать. Нет, это девушка из Кемеровской области, Андреева Анастасия, 19 лет. Название «Найди угрозу». Довольно простая работа и в то же время имеет свой определенный смысл. Также вот тоже. Это картина, которую девушка просто отсканировала, добавила свои элементы, и получился вполне интересный социальный плакат. Действительно, очень красиво. Также вот говорила Виталий, 26 лет, Ростовская область, у него целая серия вот таких работ и с Гоголем, и с Львом Толстым. То есть первая буква фамилии, и там уже у Гоголя «говори», у Толстого «твори», у Чехова «читай». Слушайте, ну это да, тут прям виден, если честно, тут прям виден какой-то такой более или менее профессиональный подход, потому что сейчас... парень, наверное, где-нибудь работает в креативном агентстве. Ну и вот довольно простой довольно простая работа, насилие тоже наркотик. Вроде бы, ну ничего такого сложного. Это прям, да, вот это прям очень красиво и минималистично, и так привлекает взгляд. Ну и что еще самое такое простое? Ну, я думаю, это довольно распространенное. По городу Черкесску тоже такое висело. Ну, тоже, видимо, организаторы приняли во внимание такую острую, такую социальную проблему. Вот это изображение, я думаю, тоже довольно всем интересно. Это было к выборам 2018 года. Родина, мать зовет на выборы. Да. Что еще? Что-то еще одно было. Вот. Довольно острая
Острая именно проблема. Вот это да, прям вообще, очень. В принципе, не только Российской Федерации, но и всего человечества. Проблемы взрослых особо не касаются детей в их семье. Александр, ну вот одно дело все-таки вот такие плакаты, да, одно дело нарисовать какой-нибудь баннер, а совсем другое дело все-таки социальные ролики. Как у нас в республике с ними, ну, много заявок, много кто подал свои работы, именно подает свои работы в прошлом году, а в этом году, может быть, уже есть какие-то заявки, именно видеоработы? Видеоработ у нас не было, но мы надеемся на осень, что ребята активизируются. У нас, в принципе, всего один видеоролик был. Угу. Да, был. Вот, и все. Как бы такого множества, чтобы угу. великое там большое количество. У нас все-таки люди творческие в плане изображений, рисунков. Как бы. Ну, мне кажется, у нас есть прекрасная возможность пригласить наших телезрителей поучаствовать в конкурсе и, возможно, сделать свой ролик социальный, который будет призывать к чему-нибудь хорошему, доброму, светлому, настоящему. Конечно, да, это очень важно, потому что все-таки картинки картинками, а ролик уже как такой определенный призыв к действию. Ну да. Александр, Ирина, у нас есть такая традиция, гости, которые к нам приходят, желают доброго утра нашим телезрителям. Я попрошу вас присоединиться и сказать пару приятных слов всем тем, кто вас сейчас видит. Желаю каждому доброго утра, хорошего дня и, конечно же, успехов в течение всего дня и всей недели. Всем доброго утра. Мой собеседник уже все сказал. В принципе, также желаю всего хорошего и удачи. Спасибо большое, что пришли. Ну, и я надеюсь, что в этом году будет много интересных работ из Карачаева-Черкесии. Спасибо. Надеемся на это. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наше доброе утро.